31 марта в здании правительства Ульяновской области прошла церемония вручения сертификатов выпускникам курсов повышения IT-компетенций. 70 молодых людей получили письменный документ о повышении знаний в сфере информационных технологий. В рамках мероприятия также состоялась презентация углубленных курсов IT-компетенций. В их программу включены новые направления этой отрасли, такие как практический нет и PHP начало карьеры. Записаться на данные курсы могут все желающие. Те же, кто показал лучший результат по итогам IT-компетенции, углубленные знания смогут получить бесплатно.